Добрый вечер, дорогие друзья. У нас дождь идет. Наверное, последний день будет дождь. Потом вроде бы пишут жара. До 33. В воскресенье обещают жары. Плюс 3-4 градуса на солнце. В общем. А мы, если кто ходит, то ходим все под солнцем. Где-то 36-37 будет градусов. В общем, сегодня был хороший день у нас, солнечный. Но к вечеру испортилась погода. Вот какие-то чары. Пусть поливает, потом вот не знаю сколько дней не рисуют это дождик, не будет солнце, будет солнечные дни. Приезжайте к нам загорать, у нас как на юге. Всем пока.